Привет, друзья! С вами Виктория. Сегодня предлагаю вам еще один рецепт с кабачками. Если рецепт вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления этого блюда нам понадобится картофель, помидоры, лук, чеснок, кабачки, рис, специи, зелень, сливки, растительное масло и вода. Сначала ставлю разогреваться воду, примерно 300 мл, и добавляю в нее рис. Рис отвариваю 10 минут. Рис нужно отварить до полуготовности. И сливаю его в дуршлаг. Затем приступаю к нарезке овощей. Нарезаю тоненькими ломтиками картофель. Тонко нарезаю лук. Можно нарезать на ломтики или соломкой. Нарезаю кабачок. Очищать кабачок не нужно. Сейчас сезон кабачков. Кабачки молодые, поэтому можно не очищать. Нарезаем помидоры. Смотрите другие рецепты с кабачками на моем канале. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Недавно я готовила очень вкусный рецепт оладьи из кабачков по-французски. Советую вам его посмотреть. Также я нарезаю чеснок. Все овощи нарезаны, все подготовлено. Беру формочку вот такого размера примерно. Кабачки мы будем запекать вместе с овощами. И слоями выкладываю овощи. Сначала первый слой будет картофель. Затем второй слой будет у нас лук. Третьим слоем выкладываю помидоры. Блюдо готовится все очень просто. Единственное, что нужно заранее поставить его в духовку. Солю, перчу, посыпаю зеленью. У меня петрушка. И сверху выкладываю слой кабачков. Кабачков на этот рецепт у меня ушло примерно 300 грамм. И сверху выкладываю рис. Я вот не совсем достаточно проварила рис. Я вам советую поварить его не меньше, чем 10 минут. Поэтому у меня запекалось блюдо дольше. Затем сверху, также я забыла сказать, поливаю растительным маслом, выкладываю сыр, натертый сыр. Если у вас есть пармезан, то это вообще очень хорошо. Немного чесночком посыпаю и опять делаю то же самое. Первый слой картофеля, помидоры, зелень, солю. Выкладываю лук, немного поливаю растительным маслом, выкладываю оставшийся рис и кабачки. Блюдо получается очень вкусное, нежирное, подойдет как гарниру, так и как самостоятельное легкое блюдо. Затем нужно вскипятить воду и добавляю 250 мл кипятка. И 200 мл сливок. У меня сливки 18% жирности. Можно налить любой жирности. И сверху еще немного поливаю кипятком. Духовку я предварительно разогрела на 180 градусов. Сверху выкладываю оставшиеся помидоры. И присыпаю тертым сыром. Все готово. Отправляем блюдо в духовку. Предварительно его нужно накрыть хорошо фольгой. Запекалось у меня блюдо при 180 градусах 1 час. Кабачкам также у меня будет курица. Курицу я замариновала, поперчила, посолила, посыпала обильно паприкой и обжариваю ее на сильном огне. Затем час прошел. Надо попробовать. Если рис сварился, то все остальные овощи готовы. И снимаем фольгу и ставим еще на 15-20 минут в духовку. И запекаем до золотистой корочки. Блюдо готово. Посмотрите, как красиво оно смотрится. Посыпаем сверху зеленью и подаем к столу. Кабачки, запеченные в духовке с овощами, да еще с сыром, сливками и рисом,
отличная альтернатива на любой обед и ужин. Получается очень вкусно, очень рекомендую вам попробовать этот рецепт. Всем желаю приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, если рецепты видео вам понравились, ставьте лайки, пишите свои комментарии, а я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!